Компьютерные ЕГЭ по информатике. Задание номер 9. Давайте посмотрим на вариант из демонстрационного варианта. Откройте файл электронной таблицы, содержащий в каждой строке три натуральных числа. Выясните, какое количество троек чисел может являться сторонами треугольника, то есть удовлетворяет неравенство треугольника. Сразу заметим, что это задание получается. Межпредметная. То есть нужно немножко знать геометрию, знать, что такое неравенство треугольника, прежде чем приступать к его выполнению. Ну, неравенство треугольника вещь довольно простая. Да? Она означает следующее, что э, можно составить из трех палочек треугольник в том случае, если у меня любые две стороны больше в сумме, чем третья. Потому что если у нас вдруг две палочки, недостаточно длины, да, как третья, то из них составить треугольник невозможно. Но дело в том, что большой вопрос, а кто здесь А, Б, а кто С, да? У нас эти три числа даны в совершенно необязательном порядке возрастания, да? Поэтому мы могли бы сказать, ну, две меньшие стороны и одна большая. Ну, и когда у нас будут даны сейчас числа, а числа здесь даны в файле. Сейчас мы откроем файл. Но логика следующая. Проще будет проверить сразу три неравенства. Что b плюс c в сумме больше, чем а, что a плюс c больше, чем b. Если проверить сразу три неравенства, тогда не нужно выяснять, ну какая из них большая сторона. Вот. Давайте вернемся к тексту и посмотрим. Да? Это то задание, которое выполняется с использованием прилагаемых файлов. Оно появилось в прошлом году с компьютерной формой. До этого это было невозможно. Вот. Соответственно, нам прикладываются файлы. Да? Их есть несколько разных форматов. Из них самый, наверное, полезный для вас в будущем это CSV. Это формат практически сырой. То есть там буквально вот числа через точки запятые, ну еще через запятые бывает, Форм... называется Comma Separated Values. Вот. Мне интересен формат Open Data Sheet ODS, потому что это родной формат LibreOffice. Итак, давайте посмотрим на эти тройки чисел и подумаем, а что делать. Значит, первый вариант. Для, каждого, для каждой строки, а здесь единицей информации, вот этим вот треугольником, да, сторонами треугольника, является строка, я могу сформулировать вот все вот это как единое логическое высказывание. Задача еще раз говорю, Миш, предметная, да, то есть здесь одновременно нужно немножко знать геометрию, чтобы сформулировать вот это, и кроме этого сформулировать логические утверждения. Но мне совершенно не обязательно а, делать ответ является, может ли вот это быть сторонами треугольника или нет, а, ответ давать прямо вот в одной клетке. Я могу а, сформулировать это в трех клетках, то есть первое неравенство да, первое неравенство записать в одну клетку, второе, во вторую, в третью, в третью. Вот здесь вот. А вот сюда, вот в этом столбце, сделать некую логическое и вот этой системы, когда говорю, и это должно быть истина, и это, и это, и это. Это будет очень просто. Итак, значит, что я делаю? Я говорю, вот здесь вот равно, кликаю по первой клеточке, это будет у меня А. О, как приятно, А, Б, С так и называется, да, удобно. А, соответственно, так, плюс Б, должно быть больше чем С. Так, это правда. Но меня еще интересует, что B плюс С должно быть больше чем А. Это неправда. Ну, собственно, мы это видим, да, У нас это большая сторона. Но для общности мне требуется сейчас uh, это же прописать и для ну вот этой, короче говоря, ячейки, да, значит, что А плюс С больше, чем Б. А плюс С больше, чем Б. Вот. В результате у меня есть три, собственно, неравенства. Я их все расписал последовательно в столбцах D, E, F. И в столбец G я введу логическое И между ними. безусловно, логическое И существует в табличном процессоре, и оно пишется вот так. И дальше пошли скобки и значение этого оператора, который оформлен здесь как функция. Посмотрите на его синтаксис. Он не а, как бы не как бинарный оператор, да, когда слева справа, а посерединке и нет, а именно функция и. А дальше пошло в скобках это точка запятой это и так далее. Ну короче говоря, давайте посмотрим и d1 точка с запятой да, вот так, ой, точка с запятой вот это точка с запятой вот это увы да ну тем не менее вот вот такая форма записи этого оператора и да, как функция а на самом деле есть альтернативный вариант да, ну вот мы видим что из первого в первой до да, строке у меня не, нельзя сделать Значит, как мне быстро распространить вот это все на вот это огромное-огромное количество строк? Вы знаете, я сказал бы так раньше. Я бы сказал так. Ну, надо просто приподняться над листом, ну, уменьшить масштаб по максимуму, взять за эту черную пимпочку начать растягивать. И тянуть, и тянуть, и тянуть, да, тянем. Да, как у Киплинга, этот, крокодил слону нос, да, и тянул, и тянул. Так, давайте теперь это дело отменим. Есть, оказывается, более быстрый способ. Посмотрите, как это проще всего сделать. Это работает и в LibreOffice, и в Excel. Если у вас слева уже есть нужное вам число столбцов, непосредственно примыкает да, к ä, тем ячейкам, которые вы хотите размножить, то вот двойным кликом раз и распространяете вот эту форму, вот эти формулы сверху вниз. Причем, поскольку у нас ссылки были относительными, не было доллара, который закрепляет местоположение чеки, то благополучно, вот у меня вот здесь вот это высказывание про последний пятитысячный треугольник. Да? Дальше смотрите, мне необходимо ответить на вопрос, да, число, сколько, какое количество троек, ну вот этих вот кортежей из трех чисел, да, да очень просто. Мне надо просто вот это все взять и просуммировать. Просто взять и просуммировать. Для этого я воспользуюсь функцией сумма по столбцу G, G1, и использую диапазонный адрес G1, двоеточие G5000. Мне проще набить это вручную, чем пытаться выделить мышкой этот большущий диапазон. Не, не хочу. Вот так. Оп. И это ответ 2453. Давайте заглянем, что у нас там в ответах. Да, значит, в девятом м 2453. Все, до свидания, дорогой Дима-вариант. Давайте двигаться по задачкам теперь. Значит, мы берем задачки с сайта Константина Юрьевича Полякова. А, ну вот, межпредметные задачки, в которых нужно немножко знать геометрию. Ну, на самом деле, а кто сказал, что обязательно геометрию? Это задачка относительно новая, ей второй год только. То есть реальный ЕГЭ сдали только один раз. Да, в демо-варианте она второй раз встречается. И, естественно, спасибо тем преподавателям, которые придумывают задачки, стараясь расширить наше представление о том, что же может быть там, собственно, какие неравенства, какие знания могут быть. Итак, смотрите. Богданов преподаватель предлагает нам открыть соответствующий файл. Его надо будет сохранить соответственно, мы сохраняем его. Значит, в каждой строке 4 натуральных числа, являющиеся последовательностью длин отрезков ломаны. Выясните, какое количество четверок чисел может являться сторонами четырехугольника. Обратите внимание, на самом деле важно, что это последовательные стороны, хотя сейчас это не так принципиально. А какое у нас условие на то, что стороны могут являться сторонами четырехугольника, произвольного? Да очень похожая история. Давайте А, Б, С, а вот это Д. Да? И вот как, когда он из этого можно собрать четырехугольник? Да когда очевидно, А плюс Б плюс С больше, чем Д. Да? Б плюс С плюс Д больше, чем А. А плюс ну давайте, А, Б, С. Ну я должен аккуратно. Лучше методом исключения вот такой. Даже может быть имело смысл как-то по-другому двигаться. А плюс Б плюс Д. Больше, чем С. Да? Давайте, Д, С, Б, А. Значит, без Б. Это будет без Б. Давайте. А плюс С плюс Д. Да. И последний без А. Б плюс С плюс Д. На самом деле э, можно... Взять и просто добавить и слева и справа, собственно, соответствующее число. Ну, то есть d добавить везде, да, а плюс c плюс d. Ну, почему это будет проще? Просто формула сократится. Мне один раз посчитать сумму. Да? А теперь смотрите, я прибавил слева соответствующую сторону, и справа я ее же прибавлю. То есть это должно быть больше, чем 2D больше, чем 2С, больше, чем 2 b. больше, чем 2А. Понятно, да? То есть каждая сторона должна быть меньше, чем полупериметр. Да? Ну, это периметр, да? Периметр пополам, полупериметр. Каждая сторона должна быть меньше, чем периметр пополам. Да? И так далее. А, B, P пополам, да, C, P пополам. Ну, короче, я могу вычислить полупериметр один раз, да, и использовать его четыре раза для четырех соответствующих ячеек. Ячейку у меня там справа более чем, поэтому никаких проблем с а, а, этими ячейками у меня не возникнет. Так, файл 119, давайте его <кхм> обрабатывать. Так, это я уже ввел случайно. Так, что у нас здесь будет? В первую очередь давайте считать полупериметр. Равно суммам вот этих вот, а я вот так просто протяну, да, вот эти ячейки, и сразу пополам. Мне же нужен полупериметр. Так, замечательно. А давайте я сразу, я буду сразу размножать. Просто вот это я сразу посчитал полупериметр. Дальше. У меня следующие четыре ячейки, я про каждое высказывание буду делать, что у меня там, оно истинно или ложно. Слушайте, еще раз, мне не в ломы написать большую формулу, в которой будет и, 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 и сразу, четыре раза и. Но только потому, что у меня полупериметр уже посчитан, мне будет легко это написать. Ну, давайте сделаем один раз вот так. Ну, вот. Но с другой стороны, иногда легче, когда у вас каждое высказывание отдельное, потом сделать и их всех. Ну, ладно, в этот раз давайте сделаем так. Значит, равно и. Поехали. Значит, эта сторона должна быть больше, чем полупериметр, из-за того, что русский и английский э, вот значок больше набивается в английской раскладке. Shift точка, да, там, где буковка ю на клавиатуре. То мне приходится переключаться с английской на русскую раскладку. Это тихонечко, так делаю, там, нажимаю клавиши комбинации на клавиатуре, там, Alt Shift. Вот, ладно. Короче, я что хочу сказать. Точка с запятой, да. Ой. Так, дальше что? Вот эта ячейка тоже должна быть больше. Больше. Ой, я вру. Меньше, 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 меньше. А, значение должно быть меньше, чем полупериметр. B1 меньше, чем полупериметр. Точка с запятой С меньше полупериметра. Точка с запятой и D меньше, чем полупериметр. Еще раз, это все можно было сформулировать, как оно было изначально, ну вот как вот это я записал изначально, да, там и, еще и без удвоений, то есть без вот этих приплясываний, слушайте. Я просто а, иду по кратчайшей траектории, которая, а, если есть какое-то понимание. Да, немножко математики упрощает, собственно, дальнейшую программистскую, ну в смысле программистскую, дальнейшую пользовательскую деятельность. Вообще математика, она дает преимущество существенное в жизни. Учите математику, пока не поздно. Потом, будет поздно. Короче, я точно так же двойным кликом размножаю эти высказывания. У меня 5000 строк, соответственно, столбец F. Мне нужно просто просуммировать, потому что истина соответствует истине. F1, двоеточие, F5000. Это ответ. 4757 должно быть Четырехугольников, допустимых. Да? Ну что же, двигаемся дальше. Задачка. Тоже Богданова. Файл. Давайте сохраним его, если он у меня еще не сохранен. Да, это тот же, нет. Другой. Так, отлично. Значит, что требуется? Какое количество четверок чисел может являться последовательностью углов? вписанного четырехугольника. последовательность углов вписанного четырехугольника. А кто сказал, что будет что-то примитивное про неравенство треугольника? Ну ладно, что такое вписанный четырехугольник? Ну, тут примеры приведены, да, разные. Это четырехугольник, вершины которого лежат на одной окружности. Окружность называется описанной. Да, четырехугольник, соответственно, в нее вписан. Вот. Ну, Короче, мы сейчас не будем всякие самопересекающиеся, берем классику. Значит, есть свойства соответствующие, да, свойства. Так вот, противоположные углы в сумме дают 180 градусов. Это несложно обосновать, если вы знаете свойства углов между хордами окружности. То есть, если вы понимаете, как устроены, собственно, углы, да, вот которые лежат вот здесь вот, вот здесь вот какой-то угол, да, две хорды произвольные, да, вот этот угол опирается вот сюда. Значит, и есть какой-то угол, опирающийся, соответственно, неважно, где он находится, да, вот здесь вот. Это разные углы. Но есть такое свойство, что вот это у меня центр окружности, да, и вот этот вот угол, вот этот вот угол, он в два раза больше, чем вот этот угол. Вот этот угол у меня в два раза больше, чем вот этот угол. То есть я его, не знаю, как, соответственно, нарисую. Да, но если это альфа, соответственно, вот это, это у меня а, два альфа. Если это вита, то вот это два вита. Понятно? Ну, такая вот история в треугольниках. Ой, в треугольниках. В окружностях. Я не буду про это дело сейчас много разговаривать, но в итоге можно сказать следующее. Поскольку у меня 2 вита плюс 2 альфа, они равны в сумме 360 градусов, то, соответственно, противолежащие углы да, в сумме должны мне давать сколько? 180 градусов в сумме. Да? В сумме должны давать 180 градусов. И та же самая история с вот этими двумя углами. Да, давайте назовем его там, не знаю, гамма и вельта, соответственно. Понятно? Вот такая вот история. Значит, давайте вернемся к файлу. Теперь надо посмотреть на файл. Сейчас еще раз номер файла 123. Так. Итак, 4 угла. У меня углы последовательно даны. Значит, мне требуется, чтобы сумма вот этих двух и сумма вот этих двух была 180 градусов. Да, давайте это дело запишем. Значит, сумма вот этого плюс вот. Ой, прошу прощения, равно вот здесь кликаем. да? Теперь давайте поближе немножко. Вот этот плюс вот этот вот, да, равно. 180 градусов. Вас может удивить вот это равно в серединке, но на самом деле, вот если я поставлю скобки, оно вас ни капельки не удивит. Ну, дело в том, что в табличном процессоре это равно является сравнением, а не присваиванием. Да? А вот это, это в каком-то смысле присваивание ну, или, скажем так, начало вычисляемой ячейки. Короче, эти два угла в сумме дают мне 180 градусов. Соответственно, та же самая история может быть сделана и... Смотрите, что я сейчас схитрил. Я перенес вправо, то есть у меня как бы b, d, да, э, ну, я, я назвал их как-то не совсем здесь вот на доске, да, я их назвал противоположно, на самом деле, как бы их надо вот так вот, а, альфа, вита, гамма, дельта, да, вот, как бы они по порядку идут, то есть у меня раз, два, три, четыре, да, альфа, ну, или ладно, а, с, б, д, ну, латинскими, так, ладно, короче, этот товарищ является написанным четырехугольником. Да, соответственно, почему? Потому что для него истина и вот это, и вот это. Вы знаете, какой еще есть способ а, вычислить логическое и? Логическое и называется логическим произведением. Неспроста. Потому что если истина это единичка, а ложь это нолик, то и это произведение. И я могу реально написать умножить. Правда, с логическим сложением так не получится. Но вы можете сейчас посмотреть, я сейчас размножу вначале недалеко, и вы можете увидеть, что там, где у меня, собственно, вот оба истинные, там это дело работает. Так, мне интересно, будет ли ситуация, когда один истинен, а другой нет? Ну-ка. Нет, почему-то никак не встретится такой. Ну, потому что сумма всех углов. Да, у нас четырехугольники, потому что у нас все-таки, видимо, четырехугольники здесь сделали. Ну ладно, давайте я выделю вот эти три ячейки. Нажму двойной клик. И у меня теперь это все размножено до самого низу. И, ну да, естественно, правда, у меня видите ячейки. Теперь вот эти нелогические а числовые. Но мне это не так принципиально для суммирования. Это не играет никакой роли. Итак, у меня столбец G, начиная с первого по g5000. Диапазонный адрес пишется через двоеточие. Тысяча. 33 должно быть. Ура! Ну что же, вписанные четырехугольники разобрались, да? Итак, давайте дальше. Да, значит, у нас описанные четырехугольники. Только-только разобрались с одной области из геометрии. Да, давайте другую. Я к чему? Вот в жизни, не только вот для ЕГЭ, а в по жизни. Очень важно, чтобы у вас было что-то, кроме компьютерных навыков. Или знания математики, или биологии, или физики, какой-то предметной области, да, маркетинга, елки-палки, в конце концов, на ну, чего угодно. Да, то есть сами компьютерные умения это некий просто инструментарий. Нужно стараться, чтобы у вас было что-то большее. Ну, в частности, вот для этого задания, например, геометрия пред... является подозрительной. Так что учите, пожалуйста, геометрию, не игнорируйте. Итак, значит, описанный четырехугольник. Что есть СИЕ? Значит, я еще на доску-то переключался, я хотел вам нарисовать это. Давайте начнем с окружности, маленькой такой окружности. А теперь опишем вокруг нее какой-то четырехугольник. Я для этого вот такие касательные буду использовать, да, вот тут вот касательную из этой точки, соответственно, сюда, да, оп значит, какую-нибудь вот здесь вот сделаем, да. Ну, видите, да, мне приходится как-то пересекать. Ну, и как-то вот здесь вот придется тоже что-то мне сделать. Ну, я не знаю, насколько он у меня... Я не хотел, чтобы он был симметричный. Вроде бы он у меня немножко несимметричный. Видите, да, все эти стороны все-таки разные. Да, А, Б, С, Д. Соответственно, это у меня точки. Что есть интересная особенность? У меня есть точки, в которых которых стороны четырехугольника касаются окружности. И по свойствам касательных вот эти вот отрезки, вот этот и вот этот, равны друг другу. Ну, это можно из равенства треугольников, вот эта штука касательная перпендикулярная соответственно, у меня э, две стороны равны, эта сторона противолежащая равна, углы. Ну, короче, катит это гипотенуза. Катет это гипотенуза двух прямоугольных треугольников, значит, второй катет равен. Короче говоря, ребята, значит, две стороны равны. Да, соответственно, вот эти две равны, да, вот эти две равны, вот эти две друг другу равны, да, два кусочка сторон. В результате получается, что если я просуммирую, а, если я просуммирую противолежащие стороны, то у меня желтый, красный, зеленый, синий кусочки войдут. Если я просуммирую вот эти пролежащие, тоже желтый, зеленый, красный, синий кусочки войдут. Таким образом, я могу сказать, что у меня противолежащие стороны А плюс С. Ну, давайте я назову какую-нибудь сторону буковкой А. Да? А, Б, С, Д. Да, то я могу сказать так, что А плюс С должно равняться Б плюс Д. Понятно? А поскольку сумма А плюс Б плюс С плюс Д равна периметру, то по сути это полупериметр. Он не надо. Сейчас вот мне полупериметр вычислять не надо, я просто э, вот как есть буду обрабатывать. Значит, у меня файл 119, у меня ощущение, что он уже был. Он был, да, только нужно будет переделать. Ну, слушайте, э, я сейчас удалять-то может и не буду, даже, а может, и буду. Здесь как раз вычислялся полупериметр, да? Правильно? Вот. И что тут я сравнивал, что в принципе он является четырехугольником как таковым. Ну, слушайте, у меня уже полупериметр есть. Нет, я не хочу прям полупериметр, я буду делать по-другому. И высказывания все заменю. А вот сумму я оставлю, пусть сумма посидит себя, она та же самая будет. Итак, поехали. А плюс С. А плюс С. Должно равняться B плюс D. Реально, скобки, вот эти вот, которые я тут ставил, можно не ставить. Я имею в виду вот эти вот, да. То есть у меня это равно, оно все равно будет являться сравнением. Был бы это Python, я бы здесь написал равно-равно. Но это не Python, это а, табличный процессор. Ну, короче, сразу готовое высказывание. Ой! Наверное, мне лучше его не сюда, а сюда расположить. Очень простая, на самом деле, штука получилась, видите, да? Геометрия сложная, а. Информатика-то простая. Ах ты ж, елки-палки. Знаете что, мне придется его сюда перетащить, а то он не видит слева диапазона и не может размножить. Ну все, окей. Тогда я, значит, вот эту сумму сюда перетащу. Ах ты ж, негодник. Видимо, мне придется ее вот так размножать. Что... О, все. 787. Видите, вот он по этому диапазону, по диапазону есть. 787 у меня таковых описанных четырехугольников. Ну вот такая вот история. Ну, собственно, я уже все на доске рассказал, поэтому я сейчас не буду рассказывать детали. Итак, давайте двинемся дальше. Еще парочка задач. Ладно, три. А, тоже Богданов. Откройте файл электронной таблицы, содержащий три натуральных числа. Друзья, вот в этой задачке немножко не геометрия. Да, то есть предполагаются некие, скажем так, общую потребительную знание из алгебра. Но что, что мы можем предположить? Люди, которые не видели будущих вариантов, мы придумываем какие-то вещи. Так, значит, 127. Сейчас мы его откроем. 127. Так. Отлично. И дочитываем до конца условия три натуральных числа почему натуральных могли бы действительные дать являющиеся коэффициентами а, б, С квадратного уравнения выясните какое количество уравнений имеют два действительных корня правильно было бы сказать только два и только два потому что в принципе есть такие уравнения квадратные формально на самом деле они имеют а равное нулю в которых действительно корней бесконечное множество а равно нулю, Б равно нулю, С равно нулю. Пожалуйста. <смех> вот <смех> уравнение, в котором бесконечно два действительных корня. Есть там два действительных корня. Да. Ну ладно. Короче, здесь имеется в виду, если посмотреть, то у нас в этом столбце А нулей нету. Да, я могу даже чекер простой написать, но я сейчас не буду это делать. Имеется в виду следующее. Нужно посчитать дискриминант. Просто посчитать дискриминант. Ну, проверить, что это дискриминант у меня будет больше нуля. Если дискриминант меньше нуля, корней нет. Дискриминант равен нулю, корень один кратный, да, когда парабола касается оси абсцисс. Да, и дискриминант больше нуля, у нас два корня. Ну, давайте просто пропишем дискриминант. Напоминаю, что такое дискриминант. Слушайте, я не буду вдаваться в математику, я сразу пишу готовый ответ. Да? Дискриминант это, собственно, b в квадрате минус 4 умноженное на a умноженное на c. Вообще хорошо бы уметь выводить, обосновывать как, почему, откуда это берется в общем случае. Я не буду этим заниматься. Дискриминант это вот такая вот штука. b в квадрате минус 4а c. Надеюсь, вы все это прекрасно знаете из недавно пройденного курса алгебры. Итак, что у меня? Вот он b квадрат. b. Я его просто могу умножить самое на себя. С другой стороны, есть операция возведения в степень. Вот такая галочка. В Python это было бы умножить-умножить, а здесь галочка. Вот такая. Так, что я дальше хочу? Минус 4 умноженное на... Опять клик умноженное на c. Замечательно, столбцы прям так называются удобненько. Да? Итак, вот он дискриминант. Давайте справа сразу напишем условие дискриминант больше нуля. Выделяю сразу две ячейки, двойной клик сюда и считаю, сколько раз это оказалось истинно при помощи суммирования. Сумма столбец Е1, двоеточие Е5000. 1114 раз. 114 раз. Понятно? Еще немножко вперед. Так, задачка от А. Кабанова. В каждой строке 4 натуральных числа. Координаты двух точек на плоскости. Первые два числа в каждой строке координаты x1 и y1 первой точки. Третья и четвертая координаты x2, y2 второй точки. Выясните, какое количество пар точек может являться концами отрезка, пересекающего ровно одну из осей x или y. Вот, честно, непростая будет задачка. Итак, давайте смотрим на то, что вообще у нас происходит с этими точками. У нас есть точка 1 и точка 2. Если эти две точки находятся в соседних, в соседних четвертях, тогда этот отрезок пересечет ровно одну ось. Кстати, если точка какая-то находится на оси, то это вообще спорный вопрос, да, а как она пересекает, не пересекает. Ну, то есть, ну, она лежит, одна из точек, лежит на. Ну, то есть, это такие тонкие математические вопросы, которые нужно с точностью до договоренности об определениях. Назвать, не назвать. Но, скорее всего, если посмотреть на реальные файлы, ситуация будет исключена. То есть проще всего сейчас просто открыть, надо ли мне выяснять этот вопрос? Сохраним файл. да, Откроем его. 132 файл, да, 132 открываем файл, смотрим на реальные данные и думаем, а понадобится мне вообще это выяснять или нет. Но, к сожалению, точки, которые лежат на осях, у меня есть. Вот честно. Эта ситуация сложная, достаточно сложная, потому что... А как это считать? Точки, лежащие на осях. Вот они присутствуют, видите, да, 0, минус 6. Вы знаете, вот на ЕГЭ не должно возникать ситуаций, в которых есть неопределенность. Да, вот эта ситуация связана с тем, что преподаватели придумывают задачки самостоятельно, нет вот этой жесткой регламентированной процедуры вычетки, которая присутствует, когда создаются варианты ЕГЭ, вы не переживайте, да? в КИМах а, там не один Эксперт вычитывает э, задачки, и вероятность того, что проникнет такая неопределенность, она очень мала. Поэтому я вполне вероятно, э, вполне вероятно, я могу вот на вот этих точках ошибиться, просто потому что непонятно, засчитывать ее или нет. Ну, вот такие вот точки. Поэтому давайте сейчас, как вернемся, сейчас поговорим про э, вернемся к доске, поговорим на, про логику, да, то есть вот это считать, не считать, я, пожалуй, такие точки считать не буду. То есть вот я их сейчас считать не буду. А если вдруг у меня ответ получится неправильным, ну, я их пересчитаю, поспроверю ответ. Но какая история, если у меня две точки находятся в противолежащих друг другу четвертях, вот так вот то они пересекают, этот отрезок пересекает уже две оси. Но если они находятся, опять же, вот так вот, то только одну ось. Да? Вот тут вот и вот тут вот в точке да, пересекает от, ровно одну ось. Вот здесь и вот здесь ровно одну ось. Видите, да? То есть, короче говоря, у меня мои x, y не должны находиться в противолежащих четвертях картезианской плоскости. А что является условием того, что у меня э, число, точнее точка находится в первой четверти. да, То есть у нее x, ну давайте я сейчас в принципе для одной точки x, y назову, потом уже для двух буду смотреть. То, что у меня x больше нуля... И y больше нуля. Это первая четверть. Вторая четверть. x у меня меньше нуля, y больше нуля. Да? А давайте я прямо здесь это изображу. Кто мне мешает сейчас это здесь изобразить? Да? Нет, никто мне не мешает. Давайте я прямо вот здесь на плоскости изображу, чтобы было видно. Итак, x больше нуля, y больше нуля. x меньше нуля, y больше нуля x меньше нуля, y меньше нуля, x больше нуля, y меньше нуля. Противолежащие, давайте посмотрим, как они, чем еще характерны. Первое и третье. Обратите внимание, что вот здесь вот, да, если я сформулирую условие, то у меня x умноженный на y больше нуля. А здесь они оба отрицательные, и опять x умноженное на y больше 0. Вот здесь у меня да, другая ситуация. Один из них положительный, а другой отрицательный. x умноженное на y меньше 0. А здесь x умноженное на y тоже. Один положительный, но второй отрицательный меньше 0. Таким образом, вот эта штука функция такая, вот это выражение, лучше сказать, x умножено на y, он у меня вот в этих двух четвертях отрицательный, а вот в этих двух четвертях это высказывание положительное, на осях это высказывание равно нулю. У меня это высказывание есть для двух точек. Да? Мне надо, что если у меня одно высказывание x1 умножен на y1, если оно у меня положительное, то чтобы второе высказывание было обязательно отрицательным. Если одно высказывание отрицательное, x1 умножить на y1 отрицательное, то второе должно быть положительным. Либо тут, либо тут. Сейчас будет совсем фишка интересная. То есть смотрите, x1 умножен на y1. Мне важен его знак, да? Я говорю, если одно отрицательное, то нужно, чтобы другое было положительным. То отрицательное, то положительное первое, да? второе должно быть отрицательное. И я сейчас возьму между всеми ими произведение. В скобке можно будет на самом деле раскрыть. То есть результат будет прикольная короткая формула. Но мне достаточно того, чтобы это было меньше нуля. И это будет условием того, что две точки не находятся в противолежащих друг к другу четвертях картезианской плоскости. Понятно? вот это требование, вот это условие. То есть банально возьму 4 ячейки, перемножу и скажу меньше нуля. Если у меня будет равенство нулю, это спорные ситуации, еще раз, там включая там вот такие, в которых, например, вот так вот и вот так вот. Ну, он две оси. Короче, это сложные ситуации, и их лучше э, рассмотреть прям совсем отдельно, вот эти вот истории. С равенством нулю, где я прям хочу их избежать. Давайте проверим, а вдруг я просто прав, мне ничего не надо. Так, что я делаю? Я говорю: вот первая точка, вот условия того, да. Что если эта штука положительная, то что она либо в первой, либо в третьей четвертях для вот этой вот штуки, для второй точки, это у меня, соответственно, их произведение. Это. Опять же, если оно положительно, то она в первой, третьей, четвертях. Если отрицательно, мне нужно, чтобы это все произведение было меньше нуля. Размножаем, пересчитываем. Так, значит, столбец Е. 1, Е1000. И у меня 452 такие точки. Ну, увы. <laughs> ох, кабанов, ох, кабанов. Увы, я должен каким-то образом учесть вот эти вот нолики, елки-палки. Вероятно. М -м -м -м. Как же хочется пойти в отказ, а? Честно, прям я, я нет, я не рад этому делу. Я не буду этого делать, ребят. Я не буду этого делать, простите, пожалуйста. Это, это, жизнь. Еще раз говорю, не бывает вот идеальных э, задачников. Задачника на сайте Константина Юрьевича замечательный своей широтой, полнотой и актуальностью. Вот, он принимает к себе задачки от других преподавателей, но вот бывают недовысказанности. В данном случае, еще раз, я изначально сформулировал да, сложность с вот такими вот отрезками, да, потому что там нужно сейчас доучесть, что э, одна точка может равняться нулю, тогда да, другая должна... Сейчас, сейчас, мы на этом сдохнем просто. можно попытаться это сделать. Ой, -ой, Ой Ладно. Я, на меня прям бесит, когда я что-то не, не, могу решить. Давайте это дело все-таки решим. Ну его. Значит, давайте отследим столбцы, в которых у нас одна из точек 0. А, елки-палки, сейчас думать придется. Ладно, подумаем. То есть какая. Все. Поехали. Значит, точка вот эта, у нее, допустим, x1 равно нулю. Тогда меня устраивают только точки, у которых y, да, y2 больше нуля. Ну, то есть у меня они должны быть вот где-то здесь, да, причем x2 не равен нулю. Ну, то есть точка не должна быть вот здесь, потому что иначе он не пересекает, да? Если у меня x2 будет вот здесь, то это все плохо, да? Значит, так, ок. Значит, вот два требования. Так, а дальше какая еще история может быть? А что если у меня, ну, если x2 равно нулю, там будет э, обратное, да? Давайте сейчас про первую спрашиваю Значит, что еще, если у меня y1 равно нулю... А, так, одну секундочку. Это я x1 равно нулю сделал. Так, одну секундочку, да. При этом y1 не равен нулю, и y2 должен быть того же знака, что и y1. Поэтому y2 умножено на y1 должен быть больше нуля. Во, вот так вот. Чтобы точка в той же полуплоскости была. Так, да? И при этом не на линии. То есть где-то здесь вот. Если, x, если y1 у меня меньше нуля, соответственно, у меня y2 должен быть меньше нуля. Короче, в произведениях больше нуля должно быть. Если у меня y1 равно нулю, считаем за то, что x1 не равен нулю, да, тогда у меня что должно быть в этой ситуации? Мне обязательно требуется, чтобы x2 был того же знака, что x1. Да, и при этом y2 не был равен нулю. Опять же, по той же самой причине не должна быть эта точка на а, оси абсцисс. Вторая точка. Так, ну и что у меня в результате получается? Значит, я рассмотрел э, ситуации, когда у меня нолик там. Да? Значит, теперь у меня другая точка. Там все должно быть симметрично. Соответственно, а... как же это бесит, а? Ужас какой. Хоть бери их отслеживает. Да? Значит, этот x2 равно нулю. у. А, y 2 не равно нулю. Ну, на самом деле, просто они все должны быть. Раз, два, три, четыре условия выполнены. И они взаимоисключающие. То есть, кто-то равен нулю, естественно, что втором, второй точке равно нулю просто быть не должно в принципе. Вот. Значит, и в этом случае мне требуется обязательно, чтобы, соответственно, y1 умноженный на y2 был, что у меня получается, x2 равен нулю, да, больше нуля. Да? И при этом у меня x1 не равен нулю. Сейчас мы, может, укоротим это условие. И третья ситуация, значит, она аналогична вот этой, только полностью все переставляем. y2 0, при этом x2 не 0. Значит, и произведение x, x1 на x2 у меня больше 0. y2 не 0. Так, значит, я вижу одинаковое условие. Значит, мне надо, чтобы это было так. При этом x1 равен нулю и x2 не равен нулю. Неравенство нулю y можно выбросить, потому что у меня произведение должно быть больше нуля. Это уже э, обеспечивает, что у меня, соответственно, вот это, ну, а здесь x выбросить. Можно выбросить логически это высказывание. Так, ну и получается следующая история. Сокращая, у меня y1 победим кабановый, или не победим? Тысяча строк таких. x1 умноженное на x2 больше нуля, при этом у меня y2 Тут я что-то перепутал. Видимо, y1, да, y1 не равно 0. y2 равно 0, а y1 не равно 0. На самом деле, есть очень простая ситуация. Если я перемножу их, то у меня результат будет 0. А, нет, плохо. А если я перемножу, результат будет 0. А мне нужно, чтобы было либо 1 равен 0, либо другой равен 0, но никогда не одновременно как это сформулировать? Y2, но ну это исключающее или вообще-то, да? Y2 равно нулю, да? Ксор, я не знаю, как его здесь обозначить. Я вот так вот воспользуюсь. Есть специальное обозначение для исключающего или в логических высказываниях, да? Y1 равно нулю. Сумма логических утверждений по модулю 2. Да, ну вот я логическая XOR, исключающее или либо, либо. Да? И одновременно должно быть вот так вот. Или точки, у которых, соответственно, y1 на y2 больше нуля, и при этом, соответственно, x1 равно нулю, x2 равно нулю. Ну, это, опять же, уровень завышенный по отношению к ЕГЭ, я абсолютно точно могу это сказать. И я буду такие треугольники, такие, прошу прощения, эти точки, такие кортежи из двух точек, координат точек, отдельно в отдельном столбце сейчас считать. Значит, одни для первого случая, одни для второго. И просто просуммирую те, те. Правда, надо посмотреть. А, нет, ну, у меня же исключают. Ситуация исключается. Так, поехали. Значит, x1 равно... Вот эта штучка умножить на вот эту штучку должна быть больше нуля. Ага, и при, этом, и при этом у меня должна быть, значит, исключающее искл. Сейчас, секундочку, Мы вот это высказывание возьмем. Это будет и, да, и между вот этим высказыванием и высказыванием, в котором искл или, искал или между... Тем, что одно равно нулю. На самом деле исключающий или можно считать как не равно. Ну, так, значит, кого мне надо? Я здесь А, С, да, это иксы были, значит, про Y я спрашиваю. Это вот штуковина равна нулю. Точка с запятой. Вот это равна нулю. Но кажется, я прав. Итак, вот <laughs> для этой, то эта точка, да, она у меня подходит в этом смысле, пересекает. Ну, я не согласен математически с вот этой фразой, да, пересекает, что она пересекает. Если она касается одной точкой, касается, считать ли это пересечением, пересекающим ровно одну из осей. Ну, ок. Ладно, короче, я сформулировал это условие, так, теперь давайте я Ctrl-C, Ctrl-V сейчас сделаю и подправлю. Значит, у меня BD это произведение. Значит, здесь единственное, что придется подправить, это вот, вот здесь вот, это А1. То есть у меня на самом деле, сейчас оно скопировалось довольно правильно. Это у меня BD это Y, да, они у меня больше нуля должны быть. Да, и второе условие, что только один из x равен нулю. Ну, один из x это столбцы а, С. вот они, да. Ну, на самом деле я могу гарантировать, что мне не будет ни разу одновременно f и g, по той причине, что у меня, ну, тут еще раз, тут оно исключается, я это исходя из того, что рисовал, это можно обосновать, я сейчас не буду тратить на это время. Короче, я вот отдельно посчитаю точки, которые у меня вот так вот лежат. Да, давайте пос... вот тут прикинем их. Раз, два и три. Вот их дополнительных 30 точек, Одного типа 30 точек другого типа. Значит, если я теперь просуммирую вот это все, наверное, я получу то число, да, равно суммам, которое там Кабанов заложил в качестве ответа. Не знаю, какое решение предполагал Кабанов 531. Елки-палки. Что он еще учитывал? Где они ровно это, нулю равны? То есть ну не обязательно, чтобы исключающие или было. Ха. Я, честно сказать, даже в удивлении. А если они действительно. Может ему не надо это исключающие или тогда делать. Равно нулю. Ну, если убрать вот это исключающее... Еще раз говорю, это некоторая недовысказанность. Я... Да, вот в некотором недоумении. Значит, так, единственное, что мне придется сейчас выпендриться. Вот так вот. Я скопирую, а, удалю исключающее И, «ли». Да, да, вот уберу вот эту информацию про. Мне нужно, чтобы он равнялся. Я зря и убрал, да. Так, еще раз, не исключающее или. А мне надо, чтобы хотя бы один из них равнялся нулю. Вот так вот мы сделаем. Или. Просто не исключающее. Нам будем пытаться угадать, что же имел в виду кабанов. В этом сложных ситуация. Но, давай. Оп. Так, я вот это дело утащу сюда. Это у меня сумма с вот этими двумя. А теперь мы сделаем Ctrl-C, Ctrl-V, в котором у меня единственное, что нужно будет подправить вот здесь. Вот что я суммирую. А, нет, да, тут так можно, а тут так нельзя. Суммам уменьшить и добавить еще точка с запятой. Вот эту вот штуку. Да! да. Я категорически не согласен, я получил ответ, который запланировал Кабанов, категорически с этим не согласен, потому что я не считаю вот эту ситуацию, что у меня отрезок вот с соответствующими точками x1 и y1, да, он пересекает только одну из осей, вообще нет, это не называется пересечение. Вот. Он лежит на одной из осей, да и ситуация, когда точка он касается, он тоже меня, если честно, не устраивает. Люди, да, вы знаете, вот потерпите еще пять минут. Я планировал еще одну задачку. А, хочу очень ее рассказать, потому что, а, когда это межпредметно, это прекрасно. Но вот есть задачка, которую я нашел из а, а, таких ламповых задачек. Задачка Носкина про исполнитель черепашка. Когда-то давным-давно в ЕГЭ, в ЕГЭ по информатике были задачи на Черепашку. Я помню это время, я это застал. Значит, вообще Черепашка это замечательный исполнитель на, собственно, скретч с пером. Это вполне себе Черепашка, да? Или если вы на код орг когда-нибудь были и вы видели там чертежника такого, который рисует с карандашиком или там зомби бывает художник. Зомби художник. Так вот там собственно тоже по сути он является черепашкой вот. значит ладно что у нас этот исполнитель делает а, он двигается вперед да и может поворачиваться ну, вообще приятно когда это не целые а числа могут быть и дробными но в данном случае не так важно поворачиваться налево направо умеет запись повтори означает что последовательность команд повторится к раз. Содержится в каждой строке 4 натуральных числа, являющиеся последовательностью чисел. Поверни k раз, направо, вперед, налево. И тут есть элемент, собственно, ну, такого начального обучения программированию, в котором мы одновременно и геометрию раз, изучаем, рассматриваем, и циклы как таковые. Дело в том, что последовательность действий в цикле то когда мы поворачиваем направо потом мы говорим вперед потом налево до да, на какое-то число соответственно m n x да? m n x так вот в этом случае когда мы зацикливаем вот эти вот действия да как бы съедаем их в некоторого крокодила цикл то сами действия повторяются по кругу, по кругу, по кругу, да, и получается, как в той детской игре, когда мы берем какое-то слово, ну, например, я возьму сейчас слово «направо», и буду повторять его циклически. Направо, 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 направо. Как вы понимаете, а может быть я говорил вонапра? Или правона, да? Давайте я буду говорить слово «право-направо-направо-направо-на». Я говорил «право-на», да? Вы понимаете, фишка в том, что когда у нас возникает цикличность, то мы не, не, не до конца можем понять, а где начало. То есть я могу, вот если я напишу здесь «направо-вперед-налево-направо». Напра направо». Я просто циклически повторяю, да? «Н-Х-М». Вопрос, а я сейчас специально остановлюсь не совсем ровненько, да? Где тут цикличность? Вот тут цикличность? Или вот тут цикличность? Или еще, ну если я еще выпишу по длине, я могу еще по-другому написать эту цикличность. Вот на, налево, направо, вперед. Так вот, смотрите, фишка в том, что я на самом деле должен понимать, что после налево сразу идет направо. И вот эти X и M друг друга компенсируют. То есть черепашка, да, давайте вот здесь нарисую ее, черепашка, поворачиваясь налево на x градусов, после этого сразу же поворачивается направо на m градусов. Понимаете, да? Дальше. Мне необходимо, чтобы количество, чтобы нарисовать, сколько угольник? Пятиугольник мне нужно, чтобы m минус x равнялось 360 градусов за 5 поворотов. Ну, потому что, чтобы нарисовать пятиугольник, черепашка должна раз, шагнуть, повернуться, шагнуть, повернуться, да, шагнуть, повернуться, шагнуть, повернуться, да, и шагнуть и повернуться. И в результате 5 поворотов 360 градусов. Ну, мне не очень красивый, да. Но вот этот угол поворота 72 градуса, это 360 на 5. Понятно? За 5 поворотов совершит оборот в 360 градусов. Но дело в том, что она будет рисовать правильный пятиугольник и в этом случае, когда m больше x, и когда x минус m равняется 360 на 5, то есть 72 градуса. Понятно? Оба случая мне подходят. На самом деле я могу сформулировать это упрощенно так. Модуль m минус x должен равняться 72 градуса. Можно еще сложнее сказать, а что если у меня, как сказать, сумма, ну вот этот угол, который там будет написан, окажется больше, чем 360 градусов. Вот нормально допустимая ситуация. Ну да, она, как сказать, провернется лишний оборот и прокрутится дальше. Ну, по тригонометрической окружности по тому, как синусами и косинусами работают, но же есть синус от x, где x больше π. Пожалуйста, больше, чем 2π это да не вопрос. Так и здесь у нас, в принципе, тот же скреч, да, художник в кодург, они работают в этих ситуациях благополучно. Короче, на самом деле есть некоторая тонкость, что оборот может быть кратно больше, чем 72 градуса. Но давайте эту ситуацию рассмотрим отдельно. Я просто могу проверить, опять же, у меня есть реальные данные, просто могу по ним посмотреть, да, в этом файлике, что там, прочекать, и все будет норм. Ок. Ок. Значит, еще, чтобы получился пятиугольник, необходимо, чтобы количество повторений было не меньше, чем 5. Иначе я не покрою 5 сторон. У меня будет ломаная, которая не закончится. То есть дополнительное условие, которое сюда требуется, это чтобы количество повторений, размер вот этот n не имеет никакой роли. Вот количество повторений k должно быть больше либо равно 5. Вот это условие дополнительно, чтобы получались пятиугольники. Но если я это обосновал, моего любимого черепашку, да, обосновал ее решение, да, то мы можем, собственно, брать файл. Файл 137 у меня уже скачан. Открываем его. Так. Что мы видим? Мы видим четверки чисел, из которых, значит, давайте внимательно читать. Kmnx. Да, m и n у нас налево-направо. n не играет никакой роли. Меня интересует, чтобы k вот это вот равнялось. А давайте я отдельно буду проверять вот это условие: что у меня k больше, чем 4. Ну, либо больше равно, чем 5. Вот так вот можно сформулировать. Да, и я могу размножить это дело сразу, посмотреть, есть ли вообще такие ситуации, когда ложь. Я так просто глазками пролистаю. Ну, я не вижу этих ситуаций. Но реально, мы же понимаем, что там очень много. Их. Давайте посмотрим просто так по на, методу суммирования. Да. Е1, двоеточие, Е5000. Ага, есть у меня. Где-то там количество повторений меньше, чем 5. Ну, ок. ок. Ну, меня сейчас это не так даже важно. Да пусть поваляется. Это, но это ни, ни на что сейчас не влияет. Так, а, кроме этого, меня интересует какая история. А, чтобы у меня а, модуль разности между двумя углами, да, он был равен. А давайте посчитаем его в начале, чтобы я его видел. Вот угол 1, вот угол 2. Да, и давайте сразу. Эпс. Эпс это значение числа по модулю. Абсолютная величина. Вот это минус вот это это у нас углы. Итак, смотрим на модуль разности. О, сразу у меня первый пятиугольник меня приветствует в первой же строке. Итак, я так хотел бы пролистать, опять же, посмотреть, есть ли у меня числа, которые больше, чем... Ну, слушайте, есть такая специальная штука, опять же, я в качестве чекера ее использую, да, счет если. Счет если. Счет если. Значит дальше я пишу диапазон с F1, F5000, а в качестве условия в кавычках напишу а, больше чем, ну какой меня интересует ситуация, на самом деле больше чем 360. Вот есть ли углы, которые больше чем 360. Условия в этой ситуации написать в кавычках нет. То есть я такой чекер себе сделал, чтобы проверить, что исключена эта ситуация. Мне не нужно заниматься взятием вот этого вот по модулю кольца вычетов, по модулю 360. Чтобы получался у меня 72. Исключена эта ситуация. Так, модуль у меня здесь, как видите, да, всегда либо 72, либо нет. Так, ладно. А теперь давайте, собственно, сравнивать, что вот эта штука равна 72. Ну, я могу на самом деле написать: равна 360 разделить на 5. Ну, а кто мне мешает? Зачем мне руками считать? Помнить, что это 72? Это 360 за 5 оборотов. Так, очень хорошо. Значит, это раз. И еще меня интересует, чтобы вот это и вот это было истинно одновременно. Давайте я это дело, как я люблю, умножу друг на друга два высказывания. Именно для логического умножения, для для и логического это дело срабатывает с логическими значениями. Итак, вот у меня в итоге, да, меня интересует сумма. Давайте я скопирую отсюда, но из относительного диапазона правильно мне скопирует. Итак, 26 таких наборов дают мне, собственно, пятиугольник. Друзья, учитесь программировать, работайте с табличным процессором LibreOffice, вообще пользуйтесь свободными программами и успешно вам сдать ЕГЭ по информатике. С Богом!